Хозяева поля в этом сезоне уступили лишь однажды, играя в гостях с командой «Кубань Холдинг» из станицы Павловской, которая сегодня лидирует в зоне юг 2-го дивизиона. Желая порадовать своих болельщиков, дагестанские футболисты сразу же приступили к осаде ворот Николая Москаленко. Но гости во главе с голкипером, который вышел на эту игру с капитанской повязкой, методично отбивали атаки легионеров, а при возможности остро контратаковали. Но ни одному из соперников в первом тайме так и не удалось открыть счет. В начале второго тайма одна из атак хозяев поля привела к угловому у ворот форты. После розыгрыша стандарта игроки легиона сбили Николая Москаленко, который уже дотянулся до мяча, и нашего защитника Артура Ахмеджанова. А мяч, угодив кого-то из игроков, закатился в ворота. Судья указал на центр, не обращая внимания на лежащего на поле защитника форты, который смог продолжить игру только после оказания медицинской помощи. Тем не менее, хозяева повели в счете 1-0. После пропущенного гола таганрожцы пошли вперед в надежде восстановить равновесие, а махачкалинцы стремились закрепить успех. Однако ни тем, ни другим не удалось изменить счет на табло. Итак, досадное поражение нашей команды со счетом 0-1.